сдался в плен. Нас была группа из 16 человек. Мы были в подвале церкви. Вот с 15, с этих 16 человек, 5 человек только прибыло. Очень сильно обстреливали Сарт. Ну, сильный был артобстрел. И мы приняли для себя решение не уходить, потому что это очень страшно, а просто сдаться. Это самый лучший для нас вариант. Лучших вариантов нет. Когда пришла, когда мы уже услышали технику возле себя, мы начали подготавливаться, мы поснимали каски, бронежилеты, все оставили, ну, в середине и вышли. Да, когда мы приехали в тыл, ребята нас же сразу развязали, дали воды и дали покушать. И улыбались. И я говорил своим ребятам, что посмотрите, вы улыбаетесь за сколько времени, что этого не было никогда. Хорошие, крутые ребята. Я, наверное, я так понимаю, командир, потому что у него все спрашивали, ну, там, что делать. Вот, отличный человек. Командир, ну, там в тылу был. Ну, в тылу этих ребят, которые кормили нас. Ну, российских военнослужащих, да? Так точно, так точно. Вот такой вываженный, ну, смотришь на лицо и понимаешь, что вот если он говорит, что все будет хорошо, значит, все будет хорошо. И ребята на самом деле улыбались, дали сигарет, дали воды, дали гречи теплой. Этого не было уже давно. С того момента, когда мы выехали из Луцка, а с того момента, когда мы в Луцке заступали на блокпосты. Ну, в Луцке, в самом городе. Вот там обеспечения не было. Ну, не было обеспечения совсем.